Татарске прошел форум «Патриотическое воспитание детей и молодежи». Впервые такое событие было проведено на территории Карасука, а в этот раз участников из Татарского, Чановского, Кыштовского, Устарского, Барабинского и Венгеровского районов принимали на нашей земле. Организаторы уверены, что такая форма проведения мероприятий является наиболее успешной для обсуждения всех вопросов и проблем, связанных с патриотическим воспитанием молодежи. Патриотическое воспитание – это на самом деле многогранное понятие. Оно включает в себя патриотическую работу, патриотическую культуру, патриотическое мировоззрение, патриотическое сознание. Но в целом, если говорить все вот эти понятия, они направлены на то, чтобы был сформирован человек, наверное, с патриотической культурой все-таки, да, который не только понимает, сохраняет и бережет, как бы сказать, ценности, да, на словах, но их принимает, готов их защищать и реализовывать. В процессе проведения форума было сформировано 7 интерактивных площадок. Все они проходили параллельно в разных учреждениях Татарска. На каждом объекте был свой спикер, который делился опытом с участниками встречи. Наша площадка называется «Патриотическое воспитание подрастающего поколения. Роль библиотек в воспитании патриотизма у молодежи, у детей». На нашей площадке мы будем обсуждать роль библиотек. Именно в данной теме, какую роль играют библиотеки в воспитании подрастающего поколения. Также расскажем самые основные направления работы, как мы ведем работу со школами, с детскими садами, с колледжами и вообще, как мы на территории района реализуем программу патриотического воспитания. Форум длился 6 часов, и за это время участники встречи обсудили, как прививать молодежи чувство патриотизма через чтение, спорт, рисование и другие формы.